На ремонте вот такая мультиварка Маруши, модель RW-FZ47 с таким заводской поломкой, заводской брак. Возможно, это постоянный брак во всех, или, может быть, ну, вряд ли это именно у этой машинки, скорее всего, это такая проблема. При готовке открывается, причем не просто открывается крышка, но еще и вместе с вылетанием вот этой кнопки. Поэтому она открывается, потому что она вылетает. Она сюда потом нормально ставится, но не держится, а снова вылетает. Ну и причина очень простая. Короткая кнопка. Вот эта щель, если ее выбрать, получается, что щель настолько большая, что не хватает длины подтыка, и она просто вылетает. Ну, вот такая ситуация. Как ее уже кто-то тут ремонтировал, пытался что-то каким-то клеем намазать чего-то. Не знаю, какая причина была, что они хотели этим добиться. Но ремонтируется это просто, очень, между прочим. Значит, что необходимо сделать? Поставить сюда 2 или там 1,5-миллиметровую пластинку и увеличить просто тело корпуса. Не вот это увеличить, потому что здесь нужно пыптик тогда увеличивать. Это неудобно. А вот увеличить тело. Сейчас я попаду здесь. Увеличить тело легко. Значит, каким образом? Мы сейчас сюда возьмем какую-то белый пластик, приклеим, просверлим в нем в этом же месте отверстие, и все, и больше ничего не нужно. И тогда она не будет выпадать. Просто, но изначально она коротковата. Видите, слишком большой зазор. 1,5 миллиметра толщиной пластиночку. И все, можно полностью решить проблему. Что еще? При готовке я обратил внимание, что тут даже кто-то, мне кажется, тут или сломано уже было. Но при закрывании неплотно закрывается. Тут уже кто-то пластик сверху приклеивал. Нужно еще немного добавить пластика. Не могу понять, то ли здесь так было, то ли не было. Ну, еще немножко небольшую пластиковую пластинку нужно поставить, чтобы немножко сильнее, буквально на 1 миллиметр, чтобы немножко сильнее прилипало, иначе слишком пропускает. Ну, пар выходит здесь. Если немножко прижимаешь, то пар выходит вот здесь, где нужно. А если не прижато, то выходит здесь, соответственно, сильно здесь это место нагревается. То есть нужно еще немножко. Тут уже кто-то ремонтировал, пластинку приклеил. Надо еще миллиметровую пластинку приклеить. Это улучшение, так сказать. Лайфхак. Ну, а здесь вот такая, вот такой замочек. Он, в принципе, работает, но длины его все равно не хватает для того, чтобы прикрепиться. Ну, а сейчас будем из более-менее термостойкого пластика искать кусочек белого пластика. Можно и не белого, но чтобы уже выглядело оригинально и красиво, все-таки лучше белого пластика.